Окей, с вами Шумки, мы поиграем сегодня в игру, которая называется True Fear, Foreskin Souls. А есть еще вторая часть, она у меня уже готова, так сказать. Поэтому давайте сначала пройдем первую. А, новичок. Кнопка совета и пропуска мини-игры перезаряжается быстрее. Все зоны подсвечены искрами. Средний. Кнопка совета и пропуска мини-карты перезаряжается медленнее, только некоторые зоны подсвечиваются искрами. Эксперт. Нет кнопки совета и пропуска мини-игры, нет искр. Допустимые действия отмечаются на карте. Пускай будет среднее. Рядом картинки стрёмненькие. Чтобы вы понимали, я игру сделал наполовину тише. Наполовину. И она так орёт. А, ну, ожидаемо было, что это произойдет. Ага, хотите пройти интерактивное обучение, иначе вам будет показана только базовая рекомендация. Да, давайте пройдем обучение, почему бы нет. Вы можете взаимодействовать с объектами в мире игры. Включите лампу с помощью выключателя. Снимите абажур. Закрутите лампочку или открутите. Вещики возьмите новую. И включите. Окей. Для чего мне выключатель света? Не, я понимаю, что мне кто-то стучится, но давайте начнем с того, что на улице ночи гроза. Удивительно, как гроза меня не разбудила. Я тоже задаюсь этим вопросом. Ладно, пойдемте посмотрим, что это. Так, иконка лупы показывает, где вы можете приблизить камеру для более детального изучения мира. Посмотрите в глазок. Письмо в такое позднее время? Да, еще и в такую погоду. Холст Райан, так, письмо на ваше имя. Пожалуйста, распишитесь. Хизер Стоунхаус. Почтовые сборы, налог на возврат. Давайте начнем с того, что дверь не очень активная, потому что рукой можно достать эту херню. Что за значок? Ладно. Так, моя маленькая сестра. Очень жаль, что мне пришлось исчезнуть. Прости, что не писал тебе все это все годы. Это для твоего же блага. К сожалению... Пришло время тебе узнать всю правду. Правда обо мне, о нашей матери. Правда обо всем и о тебе. В письме указан адрес. Пожалуйста, приезжай, как только получишь это письмо. Я всегда тебя любила. Мне так жаль. Надеюсь, ты поймешь. Твоя сестра, Хизер. Моя сестра. Моя сестра? I
Я ничего не слышала о ней целые 10 лет. Блин, ну если так, она будет довольно громко, мне кажется. Мы были очень близки с моей сестрой. Но вскоре после смерти нашей матери, она просто исчезла. Это было почти 10 лет назад. И за все это время о ней никто ничего не знал. Что могло с ней случиться? Скримеры. Скримеры, скримеры, скримеры. Нас ожидают это все. Акт первый. Так, давайте, короче, начнем с того, что зайду в меню. Нет, тут есть опция, найс. Громкость. Слишком громкая музыка. Эффекты. Сделаем немножко все потише. Не, хотя, походу, видео не относится. Ну тогда ладно. Ага, это закрыть панели, чтобы постоянно была. История. Лечебница Dark Falls. Что за кошмар? Что-то ужасное произошло в госпитале. Я помню название лечебницы. Dark Falls. Я рада, что... Так. Почтальон разбудил меня. Хотя он выбрал странное время, не правда ли? Да, я согласен. Так, история, подсказки мне не сдались. Может, не, давайте, наверное, так, меню. Опции сложные же можно выбрать. Уровень сложности. Давайте, пускай будет... Хотя ладно, вот так. Я не хочу, чтобы что-то подсвечивалось из-за того, чтобы было уже знать, где что брать. Так, получено достижение. Что случилось на самом деле? Имя моей сестры. Неужели я нашла ее после стольких лет? Хизен Станхаус. Ул. Розмари. Так, лом, окей. Так, ну если есть лупа, значит, тут еще что-то, наверное, есть. Походу, нет. Ящик не откроется. Похоже, что чего-то не хватает. Так, давайте я, наверное, мышку немножечко уберу от веб-камеры, да, чтобы я мог говорить нормально, чтобы не такие были звуки щелчка. Ну, пока что понятное дело, что... Почему она сразу не может все сделать? Почему нужно каждый раз кликать на древесину? Так, фрагмент мозаики. Осталось найти 7. А, ну здесь найти их 7 штук. Ну, вы помните, мы... Это может быть полезно. Мы проходили какую-то игру, где связано вот это с частями, кусочками, где мы собирали про остров. Да. Поэтому... А, все? А где музыка будет, интересно? Когда музыки ничего. Так, ну хорошо, оно хотя бы как-то взаимодействует. Самое полезное, ну самое удобное, как можно собирать, это начиная с нижних кусков, которые у нас с чем-то соединяются. Так, 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 вот, допустим, кусочек отсюда, этот кусок сюда, квадрат я пока что не... А, понимаю, ладно. Ну, это, как, знаете, первый... Подожди, они квадратные.
вижу голубя. Получено достижение. Оставшееся что-то там. Письма. Дорогая мисс Стоунаус. Так, это письмо... Ладно, сначала прочту письмо, а потом будем записи. Дорогая мисс Стоунхаус, мы получили ваш запрос относительно пациента Дели С. Мы приглашаем вас посетить наш госпиталь, чтобы вы смогли получить ответы на все ваши вопросы. Если мы не увидим вас в ближайшее время, мы сами позвоним вам домой. С уважением, КЛЛ. Так, это письмо из госпиталя со странными надписями Dark Falls. Это не похоже ни на одно официальное письмо, которое я когда-либо видела. И кто такая Далия С? Здесь больше полезных писем нету, да? Потому что я должен ключ был найти. Да, походу он так и есть. Но... Так, дом заколочен, но письмо было отправлено вчера. Хм, как странно. Очень странно. Ворота заперты, ворота открыты. Страшно. Страшно. Так, кукла. Что это было? Давайте начнем с того, что мы вообще видим. Я вижу куклу с светильником. Заброшенный дом. Но это не похоже на госпиталь пока что. Откуда здесь горящая свеча? Может быть, она оставлена специально для меня? Получено достижение внимать. Внимание к деталям. Так, я получил куклю. Это эти... что-то-то там. А, это типа подсказки. Так. Какая это кукла? Я нашла любимую куклу Хизер на скамейке рядом с зажженной свечой. Как будто она ждала меня. Мама копила нам одинаковые куклы на рождение. На Рождество, чтобы мы не заводили друг друга. Не завидовали. Моя осталась у меня. Хизер назвала свою Кэти и таскала ее за собой повсюду. Кэти была ее лучшим другом. Я просто не могу оставить ее здесь. Ну, это получается подсказка, потому что она у меня теперь закрыта. А мы все подсказки убрали, как вы помните. Окей. Нас приглашают вовнутрь. Но мы детектив, который должен все найти. Где вообще музыка, я не понимаю. И я музыку не включу. Странно. Ладно. Нету музыки. По крайней мере, я пока что ее не слышу. Большое количество оберегов у нас тут. Моя сестра была одержима книгами о сверхъестественных явлениях, древних ритуалов и демонов. Ну, не то чтобы она изучала эти книги, но в доме было полно защитных амулетов разного рода. Судя по огромному их разнообразию, она не была уверена, от чего именно хотела защититься. Окей, это полезная информация. Кто мог зажечь эти свечи? Дом кажется абсолютно заброшенным. А, то есть это наш дом. Это что, куклы Вуду? Ну, ты только что сама сказала, что это обереги. Пожалуйста, скажите мне, что это было просто ветер. Дверь закрыта. Кто-то только что ее запер? Лом. А, стоп. В окна пос... Ладно. Дверь закрыта, только на одной щелчок. Ну, блин, у нас только вариант разбить окно. И с садовой перчаткой открыть дверь, чтобы не порезать руки. Окей. Письмо, которое она мне послала, было отправлено вчера, но дом заброшен годами. Двери и окна
забитый досками, в этом нет никакого смысла. Как будто кто-то ждал меня. Самое странное то, что входная дверь открыта, и внутри горят свечи. Самое странное то, что здесь темно и... Да, вот этим. Ау, есть тут кто-нибудь? Хо, удивительно, что тут есть еще свет. Рисовка, конечно, не очень, на самом деле, если так заметить. О, жуки, паучки. Веник. Распался. Видимо, веревка сгнила со временем. Эмблема глаза. Рассматривать предмет, как я понимаю, я не могу. Давайте, пока я туда еще не влез, посмотрим, что тут на полу. Это место выглядит так, словно оно заброшено уже многие годы. Эта штука турка посыпалась, да, получается? Нас туда приглашают зайти. Стоп, нас приглашают... Спрячься нахер, бесит. Я должна поискать дом в поисках информации. Давайте смотреть то, что у нас вообще есть в начале. Так, часть изображения. Либо это мозаика, либо это рисунок. Одно из двух. Если я не починю лестницу, я провалюсь. Что мне делать дальше? Ну, нам говорят... А, это подсказки. Молоток? Ясно. Стоп, а можно это как-то дело... А, то есть даже это... Вот подсказки, да, у нас идут. Так, ладно, картинки. Что за картинки, на? О, давайте. Что-то было. Выглядело как будто отражение, но кроме меня тут никого нет. Ну, правильно. А я больше... Я только ее изображение видел. Ключ от гостиной. Так, ладно, пока что наверх мы не сможем подняться. Так, заперто, мне нужно найти ключ. Подожди, во-первых, что это за дверь? Если это гостиная, давайте... Хотя ладно, погнали сразу в гостиную. Начнем с обычного. Какой-то фантомный уголок. Рабочие телевизоры в доме, в котором нету, наверное, вообще электричества, и молоток. Надпись еще есть. Что за... Да, сейчас бы еще понять, что там написано. Так, они... Они подстерегают меня. Они хотят... Все мои секреты. Они знают все мои секреты, или они хотят узнать все мои секреты, там сказано. Рукоятка тоже металлическая и явно под напряжением. Без резиновой перчатки не вытащить. Невозможно починить. Зачем кому-то делать такое? Так, судя по всему, лечебница была закрыта несколько лет назад. Тогда кто отвечает на мои письма? Они прислали мне десятку приглашений на посещение. Лечебница Dark Falls. Я что-то нашла. Кажется, это страница с дневником моей сестры. Так, а типа телек вы включить с другой стороны как нельзя, да? А, я могла бы открыть этот замок чем-то тонким. Опа-на. Мне нужен специальный ключ. За стеклом гаечный ключ. Мне нужен ключ. За стеклом есть гаечный ключ. Флип-флап-флоп. Одна доска четырех. Получено достижение коллекционер. Моя коллекция. Почтальон. Он был из местной частной компании. Если позвонить им, они доставят почту незамедлительно. Но зачем было Хизер посылать письмо, если она могла просто позвонить? Мой номер есть в справочнике. Она могла найти его, если бы так срочно и... Если у нее было неприятности, почему она просто не приехала ко мне сама? Если письмо было отправлено этим вечером, почему дом выглядит так, словно пустует уже многие годы? Так, вопрос, где это теперь все находится? Как я... Так, подожди, здесь есть вернуться, здесь...
Окей, короче, потом разберемся. Так, выполните серию действий, чтобы получить ключевые предметы. В этой сцене вы можете использовать только найденные здесь предметы. Нажмите, чтобы продолжить. Боюсь, что стекло придется разбить. Во-первых, от мука в виде человека. А вдруг там что-то острое? Лучше использовать кисточку. Ну, отвертка ж... Ну да, отвертка... Заметьте, выглядит как лицо. Два глаза, лицо. Кисточка. Сито. Поехали, кисточка. То есть я не прогадал. Насчет этого она ничего не скажет, вообще посрать. Подожди, а что с бутылкой? Кажется, внутри что-то есть. Надо чем-то протереть бутылку. Кажется, я нашел, чем протереть. Носовой платочек. О! Гвозди. Гвозди мне нужны. Ситом. Я понял. Так, отвертка сита нам пригодится. Наверное, где-то поблизости есть ключ. Стоп. Ключ. Тут не хватает трех винтов. Было же сказано, что я могу только использовать то, что нахожу. Ключ. Открываем. Окей. Смотрим. Это может быть полезным. Получите достижение. Какое-то достижение, понял, что это что вообще мне дали? Линейку. Неизвестной коробки посмотреть нельзя. А сейчас тут ничего делать. Хорошо. У нас есть одна доска из четырех. Вы можете получить доступ к карте, чтобы увидеть ваше текущее местоположение и путешествовать между этими посещенными местами. Так, ваше текущее местоположение отмечено звездочка, а место с доступными действиями отмечены восклицательными знаками. Выберите локацию, чтобы переместиться туда. Ну, так как у меня стоит сложность эксперта и эксперта, понятное дело, что я сюда не могу телепортироваться. Но мы можем сами пытаться догадаться, куда нам нужно отправляться. Давайте начнем с собой. Мы сейчас находимся здесь. Здесь у нас ничего полезного нету. Здесь только телевизор и часы. Со звездочкой, но это, в принципе, где мы сейчас находимся. После у нас будет кухня. Кухонная. Это либо подвал, задник. Ну, короче, разберемся. Окей, минус проводка. Найс. Надо новую... Что это хотя бы? Предохранитель. Пойди, да? Здесь... Слишком темно, мне нужен свет. Ясно. Доску мы взять не сможем, пока нету света. А, даже так. Круто. Почему я не могу просто взять веник? О, это место выглядит так, словно оно за... Так, это уже было. Короче, здесь все-таки в натуре ничего у нас нету. Но нам нужен веник, чтобы походу это подместили, либо что-то из типа того. А, здесь взаимодействовать у нас нечем. Поэтому я наверх не поднимусь, туда я тоже не пройду, так как нету света. Логично, что предохранитель где-то здесь. Ага, линейка, точно. Сказали же насчет что-то тонкого.
Хорошо, у нас есть... как он? Целлярный ножик? Канцелярный. Да, целлярный. И мы нашли предохранитель. Все. Мы можем пойти заменить предохранитель. А, типа... Легко. Изи-бризи. Так, прекрасно. Жуткая дверь в жутком подвале намертво заперта. Где-то в этом доме должен быть ключ. История. По истории у нас пока что ничего. Так, я вижу магнитол. Не магнитол, а как запишу устройство. Лечебница Dark Falls вас соединяет с первым свободным оператором. Пожалуйста, подождите. Как жаль, что ты не навестила нас. Похоже, пришло время нам навести тебя. Лечебница Dark Falls — это место из моего кошмара. Там происходили ужасные вещи. Подожди, то есть это существующее место, или же это просто выдумка? Жутко. Ого, найс, это было здесь? Так, история. Как жаль, что ты не навестила нас. Похоже, пришло время нам навестить тебя. Какое жуткое сообщение. Это ведь был розыгрыш? А, то есть мы еще можем повторно пересматривать видеоролики? Неплохо. Ну да, подергай дверь, подергай. Так. Приносной прожектор. Таким нужен мощный источник питания. От этих пятен у меня мурашки по коже. Ну, слушай, мне кажется, если это... Хотя... О, плевать, не будем ничего задумывать наперед. Так, холодильник, выход в следующую комнату. Давайте начнем с холодильника. Но ручка обмотана пленкой. Надо ее как-то нибудь убрать. Канцелярский ножик. Ух ты ж, ё-моё. Фиолетовая лампочка. Ультралампочка. Фу, паутина. Надо сначала убрать паутину. Надеюсь, там нет 10-летнего пакета молока. За пакеты не знаю, но я вижу, что маленький паучок лазит. Это мое имя. Но кто такая Далия? Не знаю, кто такая Далия. Вижу банку заржавелом. Веник, как я понимаю, мне нужно все-таки... Так, пока я здесь не собираюсь выключать свет. Правильное решение. Так, там у нас банка. Какая-то книга. Эмблема змеи. Может, это пустяк, но тут нет ни одного ножа. О, резиновые перчатки, найс. А для чего они там нужны были? Для молотка. Может, это пустяк, но тут нет ни одного ножа. Так, это не нож? Ну ладно. Я читал это. Интересная история, но уж очень короткая. Давайте, чтобы я сразу не забывал, мы будем отправляться туда, где я что-то могу сделать. Ого, что-то было у меня за спиной. Это было жутко. Это было в натуре жутко, слушай. Что со мной происходит?
Я постоянно вижу жуткую девочку. Она реальная или это кошмар? Я еще никогда не была так напугана. Но я не могу сдаться. Хорошее действие. А, у меня сразу будет 4... Еще 2 комнаты открыты, нихера себе. Так, здесь мы изучили, идем далее, шкатулка. Так, карандаш мы возьмем. Какая странная шкатулка, похоже, что не хватает одной ручки. Ну, ручки у нас по-любому нету пока что. Так, давайте смотреть сразу по карте. Сюда не могу попасть, значит, здесь нужно как-то убрать эти волосы. Сюда и сюда я пока что тоже не понимаю, как попасть, потому что нету вот этой синхронной связи. А, подожди, у меня стоит эксперт. А, ну да, вот видите, эксперт. Похоже, не хватает медальона. Может, если я его найду, дверь откроется? Не знаю, не знаю, не знаю. Так, ладно, давайте изучаем вот эту комнату и следующую, и заканчиваем. Замок заржавел и не двигается с места. Значит, его только нужно будет чем-то либо распилить, либо молотком выбить. А. В смысле, чертовски не... Ладно, ничего интересного. Гвозди пригодятся. Стекло слишком грязное, чтобы можно было... разглядеть что-нибудь. Разбей, либо открой. Мне пока что протереть нечего. Фу, блядь, испугала. Я скучаю по тебе, Холли. Наша с сестрой фотографии. Если она вспоминала обо мне, почему не попыталась связаться со мною? В натуре не говори. Так, не имеет смысла выключать морозильку сейчас. Понадобится несколько дней, чтобы лед растаял. Так, возьми и выключи ты сраную морозилку. Приди сюда через несколько дней уже утром. В чем проблема? Даже кнопка заморозки замерзла. Очень полезно. Что полезно? Давай мы разобьем. Я могла бы убрать лед таким способом, но тогда я бы все тут сломала. Окей. Ведро заморозилось во льду. Прикольно. Окей, что тут у нас? Мне понадобится код, чтобы открыть этот замок. Заржавело и сломался. Не похоже, что я смогу вынести эту дверь ногой. Оу, как же хорошо, что у нас с вами молот. Вай. У меня есть отвертка. Ну, я вижу одно открученное, два открученных. Мне нужно открутить, чтобы она открылась. У вас есть молоток? Нет, нет, нет. Мы молотком точно не выбьем. У вас есть молоток, чтобы разбить лед? Нет, нет, нет. Мы этого точно не сможем сделать. Для чего мне тогда это все? Вот теперь начинается усложнение. Карандашом. Эмблема глаза у нас есть какая-то. Все это место много ржавых замков. Хорошо, что шурупы из нержавейки. Прекрасно, жуткая дверь, жуткий подвал. Прекрасно то, что я в данный момент пытаюсь понять хотя бы что-нибудь, что я могу сделать. Нет, походу мы на этом моменте с вами заканчиваем, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.